нашем знаменитом Балатовском парке уже слагают легенды, снимают фильмы. В прошлом скромные и неподступные белки, в настоящем беспардонные наглецы. Из-за дождливого лета пермяки гулять здесь стали намного реже. Соответственно, и лакомства нет. И теперь каждому гостю на их территории пушистые обитатели особенно рады. Это любительское видео снято буквально на днях. Бесстрашная белка в поисках вкусняшек, можно сказать, готова залезть на голову молодому человеку. Но поняв, что у него ничего нет, тут же ускользает. Другая же согласна найти все сама, копошась в сумке отдыхающих. Андрей Белобородов в этом месяце здесь частый гость. Молодой человек решил заняться спортом, а Балатовский парк – одно из самых подходящих мест. Мне здесь нравится, здесь свежий воздух. Нынче я в отпуске, никуда не поехал, вот решил побегать, заняться, как говорится, спортом. В этот раз белок очень много. Нагло подбегают, просят поесть. Вот хожу, подкармливаю их. Как говорят специалисты кафедры зоологии ПГНИО, активность грызунов может быть связана максимум с парой причин. Из-за постоянной подкормки гостей парка они просто разучились самостоятельно добывать еду. Второе – это насыщенная кормовая база. Зверюшки просто избалованы тем, что у них есть, и сейчас ищут новые лакомства. Собираясь на прогулку в Балатовский парк, не забудьте гостинцев для пушистых обитателей. Задобрить зверюшку можно грецкими, фундуком, кешью, в общем, орехами любых сортов. Кроме этого, она не прочь подсластиться и кусочками фруктов. Кстати, что касается арахиса, это не больше, чем слух. Зерна этого ореха белковой породы. И кроме пользы животному, они ничего ему не дадут. Татьяна Александрова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».